Экс-голкипер ярославского «Локомотива» выиграл суд в США. Американская Фемида встала на сторону Семена Варламова. Бывшая пассия Евгения Вавренюк обвинила хоккеиста в избиении и требовала $1 млн в качестве компенсации. Суд иск не удовлетворил, признав обвинения необоснованными. Теперь оправданный Семен Варламов сам должен получить компенсацию за ущерб и издержки в $126 000. Судебный процесс по этому делу шел с 2013 года. Хоккеиста сначала арестовали, потом отпустили под залог. В ходе следствия удалось установить, что бывшая девушка Варламова подделала улики и пыталась оклеветать спортсмена. Об этом свидетельствовали записи телефонных разговоров.